Я в такое еще никогда в жизни не попадала. У меня вчера был мой парень дома, и мы с ним ели очень вкусную вещь, дешманскую, потому что он не очень богатый. Вот, а сейчас ко мне придет любовник. И эту вещь, которую мы ели, мне некуда спрятать. Если я ее положу в мусорку, это будет вонять на всю квартиру. Если я положу какую-то полочку куда-то закутать, все равно будет вонять. Поэтому это лежит у меня в холодильнике. Я сейчас покажу, что это. В холодильнике, но суть в том, что любовник едет ко мне с продуктами. И когда я при нем начну разбирать продукты, он увидит то, что это в холодильнике, и поймет, что у меня есть бедный парень. Что типа он у меня не один. Пора постить котиков.